Приветствую вас. Вы правы. В какой-то степени это действительно не беспокойство об одиночестве этой женщины, это скорее страх. Общество боится людей непохожих, обществу такие люди угрожают, обществу такие люди не нужны, потому что они ставят под сомнение и под вопрос выживания такого общества. Любое большинство всегда стремится подавить меньшинство, потому что меньшинство является угрозой, а самое главное, огромным соблазном для большинства, что можно по-другому. Вот когда вы приводите этот пример, да, что одинокая женщина, которая не замужем и которая пытается выдать, соответственно, замуж. Здесь, с одной стороны, допустим, женщинам другим, которые замужем, не нравится, что она не замужняя, потому что, с одной стороны, она является угрозой для их, например, мужчин, для их мужей. Раз она не замужняя, значит, более привлекательна там для отношений на стороне. Вот. Ну, потому что, опять же, если люди там думают о других людях, да, если люди пытаются без спроса помочь другим людям, значит, у них, у самих есть какие-то проблемы. Ну, зачем жить своей жизнью, да, зачем разбираться в своей жизни, когда можно, грубо говоря, убежать от этого проблемы других людей. Ведь проблемы других людей решать в кавычках проще. Вот, значит, с одной стороны, это угроза, а с другой стороны, это соблазн, потому что если замужняя женщина не очень счастлива, то для нее не замужество является свободой, а тут вот кто-то позволяет себе быть свободным, да? И как бы замужняя женщина думает, блин, ну я же не свободна, а она свободна. Как так может быть? Это по меньшей мере несправедливо. Ну, значит, это нужно исправить, да? Думает условно замужняя женщина. Вот. Ну и начинает исправлять. Собственно, начинает исправлять, да, там, любым доступным способом. Вот. В то же время это непохожесть. Непохожесть вызывает, как бы сказать, раздражение. Потому что если ты не похож, значит ты другой. Если ты другой, значит ты оспариваешь право на мое существование. Естественно, это касается не только людей, точнее, это касается не всех людей, это касается только людей в себе неуверенных. И это нужно понимать, что только неуверенный человек, подобным образом будет реагировать. Вот. Ну, общество, как бы вот, ну, тех, кого принято называть обществом, вот, условно, люди с таким достаточно конформным мышлением. Вот. И в этом нет ничего плохого, да, то есть общество, наверное, по-другому не могло бы выжить, вот, но именно конформность порождает некий такой страх. Другой вопрос, как вас это все задевает? Ну, беспокоит, там, условно говоря, эту женщину, ну, как бы, и что дал? Вот. То есть, это же не, не вы, вот. Другое дело, что это вас может как-то задевать. Понимаете, это уже немножко другой вопрос. В общем, главное, что вам нужно в этой ситуации понять, так это, пожалуй, то, что запихивает в рамки, не случайно, запихивает в рамки из страха. Всегда. То есть, если не запихнут в рамки, то что будет?
тогда? Вот если не запихнуть в рамки, что произойдет? Если я не запихну в рамки другого, то будет что-то вообще очень страшное, будет что-то очень неприятное, будет что-то, что меня в той или иной степени будет либо ущемлять, либо соблазнять. И человек всеми силами пытается этого избежать. Такова природа. Природа любого общества, не только современного, но любого общества, принципа. Вот. Относиться к этому нужно спокойно, относиться к этому нужно как к необходимому испытанию. То есть это проверяют, образно говоря, это проверяют, насколько человеку важно то, что он делает, насколько ему ценно то, что он делает, и готов ли он, образно говоря, платить вот цену непринятия в себя другими людьми ради того, чтобы быть свободным, ради того, чтобы быть не в рамках. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи.